Значит, Майнкрафт включен. Всем привет, с вами, как всегда, Бат, и вы на моем канале. И как и обещано, 65 подписчиков у нас будет Майнкрафт. А у нас уже 70. И поздравляем Майнкрафт. Ну, блин, это не очень хорошая локация, где могут быть деревни. Но мы не будем проходить его, кстати. Просто поиграем. Дракона мы не будем убивать, к сожалению. Да, не очень подходящая локация. Для деревьев. Поэтому ищем локацию с деревьями. Таких, к сожалению, нет, поэтому выживать надо, что ли? О, секретная игла. Скользим. Пам-пам-пам-пам-пам. Давай. Идем вот сюда. Не вниз, а вот так вот. Сюда. О, дерево, дерево, отлично. Добывать хотя бы можно, но будет, собственно говоря. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Так, вот так. Добываем еще здесь кусок дерева. Ладно, это я случайно поставлю. Так. А теперь крафтим доски, 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 доски. Палки, палки, палки. И верстак. Пум, пум, пум. Все, готов. Ставим верстак. Делаем топор. Делаем палки, точнее кирку. Так, вот так. Теперь ломаем верстак. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Уже портал? Вот. Сундук. О, оружие. Два чисто оружия будет. Часы соберем. А часы, наверное, вторую руку. Не получается. Мотыгу ломаем, сундук, что ли? Эх, жакерки нет. Нормальный. Спидран. Только пол хп снялось. Так. Нет, медведь не такой. Я же тебе ничего плохого не сделал. Спидран от Мишки Фредди. Спидран. Палка выпала. У меня мотыга золотая, зачарованная. Ты на кого напал? Мышака Фредди.
ЖК Фредди. На! Блин, медведь. На! На! Блин, он меня почти убил. На, на, на! Бегай. Чтоб не вырос. О, сама осмотыка. Замечательно. Сарказм. Да блин, чё ты бессмертный? Ты бессмертный, чё ли? Бессмертный медвежонок. Может, топором? Всё, топором. Нормально зачарованная мотыга. Пум. Пум. Добываем землей земли, чтобы найти камень. О, он сзади. Точнее, снизу. Не понял, что так темно. Розовый гусь смотрит в окно, хочет понять, почему так темно. Блин, ночь наступает, а у меня мало хп. Зато похавать есть чё. А, еще один. Ладно. Все первый. Что за звуки? Второй медведь заспавнился. О, медвежонок. Тебя зажать? Нет, спасибо, не надо. Кролики, убегайте, или я вас кикну. Подожди, у меня что, уголь есть? Реально в натуре уголь. А теперь... Так. Ну ладно. А вот это себе вот здесь сложим. Блин, надо кровать взять. Только где я возьму? Вот не задача. Это Майнкрафт, но если я умру, то видео закончится. Давай пожрём. Так, не обращайте внимания. Так-так. Извините. Просто я не хочу, чтобы меня мобы сожрали.
Кроватку надо найти. Мне, блин, придется на зимней локации выживать. Теперь берем факелы. О, тут уголь. Стойте. Вот здесь. Теперь возьмем себе немного булыжничка. А, нет. Зачем? Ломаем. Что там, руда, что ли, какая-то? Ну ладно, пригодится. Так зачем, не знаю. Вот полезная руда. Ночь. Вот свет. Вот такой вот у нас факел, да. Я такой факел скрафтил. Не удивляйтесь. Такой у меня домик, так сказать. Так, это чисто будет домик. Верстак. Тун-тун. Ту-т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 у. В этот сундук мы будем складывать все вещи. Так. Теперь вылазим в шахты. Смотрите. Подождите. Вот мой скин, если интересно. Не, лучше вот так вот вертится скин. Вот, интересный скин. Лайки, скин интересный. Я хочу чисто табличку сделать, чтобы обозначить свой дом. Кроватки не хватает. Ну и без кроватки обойдемся. Теперь ищем, что можно скрафтить. Отлично. Есть три таблички. Кирка. Так. Дом.
подожди. Том. Подожди. Go. P. Так. Перо. Так. Подождите, я хочу назвать сервер. Настройки. Название мира. Давай быстрее, блин. Так, сетевая игра. Тун-тун-тун-тун. Вот так. Вот там. Та-там. Та-там. Яркость на максимум. Яркость. Так. Ой, я придумал, как переждать ночь. Чат. Цвет чата. Желтый будет. Золотой. Как команду вести? Так, блин. Как там эта каната? Команда называется. Команду в тот день сделать. Дом Владу с GoPro. Заходим. Вот он. А теперь складываем туда табличку. Практически уже рассвет. У меня до сих пор, блин, нет кровати. Кролик! Медвежонок. Блин, где дом? Где дом? Я дом потерял. Дом, ты где? Тун-тун-тун-тун-тун. Вот. Дом Владос GoPro. А, доброе утро. Часы. Зачем фаербол, не знаю. Сделаем еще длиннее домик.
Так. Сделаем просто вот так вот, чтобы можно было заныкаться. Бежим к верстаку. Кстати, это обязательно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Дверку теперь поставим. Вот вместо топора. Нет. Ломаем. Ой, знаю. И блок. Пусть будет земляной. Какая разница? Так, теперь попробуем вот так. А последний тоже получится. Отлично, домик. Лак, если прикольно получилось. Пум. Пум. Чисто приныкаться. Это будет просто, что приныкаться. Так. Только я хочу назвать мир. Все равно. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока, приятного аппетита. Если кушаете.